Всем привет! Канал Ирина Цветики. Сегодня я в Леруа. Новая Адыгея. Тут небольшой завоз орхидеек. Пойдем посмотрим. Новая Адыгея — это Краснодар. Вот здание Леруа новое. Смотрите, Амстердам с одним цветоносиком, что редко сейчас. Вообще почти не встречается. Ну тоже вот из точки роста. Ну, у них часто такое. Сейчас цены еще не вижу на орхидейки. Сейчас посмотрим. Амстердам стал достаточно редким. Вот такая прелесть. Розовый-розовый. Денвер. Вот такой. Красавчик. Ну, много гибридов, конечно, все не могу назвать. Вот это тоже. А может быть, сегодня они с названием? Сейчас посмотрим. Ну, корневая так себе, я скажу. Название или нет? Или оно заклеено вот стикером из магазина. Красивая. Веснушки, оранжевая дуба. И они вырастают достаточно большие, цветут пышно кустом, когда уже постарше растения. Такая беленькая. Пульсация. А вот эту опять я встречаю. Она так и стоит. Видите, у нее мутация, я показывала, по-моему, ее. На двух цветочках мутация. Ну, ничего так стоит. Не гниет. Корней, правда, тут почти не видно. Сейчас стол разделили, намного удобнее ходить кругом и смотреть. Супонькая, супонькая. Названия нет. Да, вот с этой стороны цена. Ну, и качество, я вам скажу. Ну, можно выбрать и хорошие. Так себе. Нарядная, с малиновой губой. Когда белая, с разноцветной губой, красиво смотрится. Так, пойдемте второй стол посмотрим. Отливает шелком. Ну, не знаю, похоже на пульсацию, но очень мелкие цветочки. А может быть, это она и есть. В таком исполнении. Ну, эти цветочки все уже мы видели. Дендрофаленопсисы. Вон какая. Очень красивая. И вот еще разноцветная. Цветочки довольно крупные. И грудь большая. Боже, не покупатели. Для оплаты мелких покупок по безналичному расчету вы можете воспользоваться процентом. Минички. По-моему, были большие мультифлоры. Вот с фиолетовой губой. И, наверное, детеныши. Ну, такой неплохой, я скажу.
пакетик. Ну, на рынке их больше, конечно. И цена практически одинаковая. Ну вот. Уже показывала я, здесь башмачки стоят. Мы их называем мауди. А ну губа немножко другая. Не губа, а вот лепестки крайние, да. Пафиопедиум Эмма написано. Такие мультиклорпа. Цены нет на них. Здесь еще пятнашки, пятна прямо выпуклые, непонятная мутация вот тут, то ли оборванный там, вот целый цветочек. Ну и все, они все повторяются. Там еще есть и лижечка, пойдемте посмотрим. Ну а так тут. Такой яркий красавчик. Ну да, это сортовой, у него есть название. Вот попробуем найти. Нет, к сожалению, нет. Название. Хотела бы я узнать, у меня такой есть еще с оценки. Стоит. Ой, какой крупный притория. Крупный цветочек. Красивая гроздь. И вот эти полосатики. В большом количестве. А это что? О, смотрите, думала, такой биглип есть. Это просто мутация одного цветочка. Ну, крашенки просят не показывать. Но я считаю, что нужно знать, что эти цветы на самом деле белые. Их просто покрасили. А цена у них чуть ли не в 3 раза дороже. Поэтому почему не показывать? Пусть люди знают. Что такое бывает, явление, красят и желтый, и зеленый цвет, черный даже был там, и с блеском, как только не красят. Вводят вот хорошо, если в цветонос, видите, ввели краску, а раньше делали в шейку по воле. Вот, и там, видите, обломанный цветонос видно, и он синенький. Ну, после этого растения погибали, чаще всего. Поэтому стали вот сразу в цветонос вводить краску. Поэтому вот так. Бывает, даже в магазине начинает уже расцветать белым. Вот бутоны. Смотря сколько ввели дозу. Так что будьте бдительны. Ну, не знаю. Берут в основном на подарок, готовые ей нравится синие. Ну, я говорю, что девочки, они крашены, они будут белыми цвести и, возможно, погибнут. Ну, мы на подарок, лишь бы подарить. Ну, такое имеет место быть, поэтому.
Ничего страшного, я считаю. Ну просто жалко, цена большая. Вот их целое поле полосатиков. Ну, наверное, вот и все. Особо выделить как бы не могу ничего, но естественно, что вот Претория очень крупная, красивая. Ну, это вот тоже красивый. И много вот таких полосатиков, надо посмотреть его название. Постараюсь к началу выхода найти. К началу, к выходу видео найти его название. Я тут слушаю со стороны рекламы, все на свете. Вот. Ну вот, на этом все. Сегодняшний обзор из Леруа «Новая Адыгея». Всем пока-пока. Канал Ирины Цветики. Да, и вторая часть нашего обзора. Это мини-орхидейки на цветочном рынке. Магазин «Росток». Вот такой завоз у них. Все такие симпатюленькие. Маленькие. Вот очень яркая, темная губа. Какая у нее красивая. Корешки присутствуют, правда, немножко мокренькие такие, залитые слегка. Но мини не любят пересушки, поэтому их поливают, не жалеют, видимо. Такая красотулечка. У меня вот есть такая. Первые 2 года цвела, прям цвела без остановки. Сейчас не цветет. Вот в этом году еще не цвела, растет листики, корешки. Решила подрасти, наверное. Вот белая. Не знаю, попкорн нет. Вот их много белых. Похожи на попкорн. Которые цветут пышными кустиками. Вот. Цена очень даже хорошая по нынешним временам. Потому что такие миньки были и за 600 рублей, за 500. Ну вот я показывала в Леруа. Появились. И вот здесь на рынке. Цена практически одинаковая. Хотя мы ждем от оптового рынка цены подешевле. Ну, подешевле цены для оптовиков, кто вот приезжает на машинах, грузовиках, газельках, забирают целыми партиями. Ну, для них, наверное, подешевле. Симпатяшка. На самом деле она чернильного цвета. Вот тут смотрится как бордовая. Полосатики у меня есть. Это белая. Вот тут жалюзи такие. Зелененькие отсвечивают. Вот как попкорн. Обычно пышно цветет. Ну вот, да, из точки роста. Это очень частое явление для таких сортов пышно цветущих. Но они потом дают деток и сбоку, и от корней, и от шейки. И потом так кустик становится еще пышнее. Посмотрите, какая красота. Клумбочки. Ну вот, завоз был, но я вот приехала, когда наработалась. Уже, говорят, расхватали все. Ну вот остался Little Fresh. Ну он был, по-моему, с прошлым завозе тоже. Такой симпатичный. И один. Такие. Ну, плотные цветочки. Вот эти оранжевые с пятнышками. Похожи на восковички даже. Вот такая красота. Стоит почти, не почти, а свободно. Мы раньше заказывали. Мне пришлось там полпалетки заказать, чтобы получить такую хою варигатную. Кстати, у меня осталась одна, если кто-то хочет, можно купить. Ну, вот точно такой же. Небольшой размер. Такие красотульки. Сингала. Как Виктория, расцветка. Вот тут же Меденила. Опустила свой цветочек. Красотища, да. Вот такие мультифлорки, это уже не мини, это миди размер,
очень приятные цветочки с оранжевыми языками. Я люблю вот такое сочетание розовый с оранжевым. А вот нижний, смотрите, похож на Little Fresh. Такой завоз. Ой, как же ее зовут? Я забыла. Ну, я ее увидела, купила, но, к сожалению, уже в покупках не смогу показать. Уже она у хозяйки. Тут мультифлорки маленько подвяли. Ну, вот Sunset Love. Ну, вот только я уехала, меня сегодня попросили, к сожалению. Не успею взять. Вот Тиланси разных видов. Ну, я возьму, конечно, поеду в следующий раз. Постараюсь ее взять, если она меня дождется. Вот такая приятная цена. Ну, единственное, что вот в основном белые и сиреневые. Ну, вот бордовые, сиреневые. Такие красавицы. Сортовые разноцветные идут, конечно, дороже. Всем спасибо за просмотр. Покупочки сниму в следующем видео. Пока-пока.